Итак, всем привет, с вами Первый, и мы продолжаем проходить GTA Vice City. Вот так у нас последняя миссия за кубинцев, так что давайте смотреть, одна из эпических, на мой взгляд. Hey lady, you know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm gonna make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Hey baby! I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. He's We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, okay. What about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. Да-да, струсил. You know? Струсил, да? The last thing I needed was this. Все валит на меня. Ладно, в этой миссии нам понадобится гаитянская тачка. Поэтому отправляемся в район, где мы получили... Точнее, в то место, где мы получали гаитянские миссии. То есть, в тетушке Пулет. Там лежит тачка. Вон, блин, только что была я ее... Мимо нее проехал. Тихо, блин, что это было такое? Так, стоять. Садись, Пепе. Оу! Он без головы встал! Что за бред? Я думал, что ходячий зомби. Так, ладно, поехали, короче. Там нас ждет небольшая такая группа. Таких же, как мы, сидящих в гаитянских тачках. Блин, еще и гаитянцы. Че вы хотите от кубинцев? А, эти дубата, куда же они уехали? Что их нет ни хрена. А пока поиграй с гидроликой. Проезжаем с открытой дверью. Им как-то пофиг, кого-то раздавили. Этот чувак что-то тут потерял, непонятно. Прохожий, думаешь, это улица. Вон, снайперок наверху. Так, здесь все полегче значительно. Здесь уже не так хорошо вооружены. Ты гад, сзади палит. Так, начинать лучше с верхнего растворителя, чтобы быстрее можно было отсюда удрать. Так, всех замочили вроде, теперь быстренько ставим растворитель и мотаем отсюда. Так, ну все, про все где-то 40-45 секунд там дается. Мотаем вот отсюда где-то. Так. Вот тут такая лесенка красуется. Ай! Осталось немного времени, валим, пацаны! Так, кстати, после того, как будет уничтожен этот завод, там должна валяться шестистволка где-то. Советую ее взять, вещь очень полезная. Вот так вот разрушим планы гаитян и
завод и прочее. Ну, на этом, в принципе, все. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока. Сейчас вот, если найду эту шестистволку, то будет очень хорошо. Томми, Умберто Рубина. Эй, как кафе? О, wonderful, incredible, Томми, incredible. No whims, Томми, just real men and the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Умберто. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Увидимся. Ошибаешься, не увидимся. Так, прыгнул. Там. Тихо. Во. Вон она, шестистволочка. В общем, как добраться, вы сами доберетесь, думаю. Ну, все.